12 к 5213.07.2018. Обновлено 16.10.13 июля 2018 года 299-2219 Москва, 13 июля. РИА Новости. МИД России рассматривает высылку российских дипломатов из Греции как абсолютно необоснованную, неподтвержденную фактами с греческой стороны и вредящую двусторонним отношениям, говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ. 13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андриас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации. Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, неподтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб, заявили в МИД РФ. Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа, отмечается в сообщении. Греческая газета «Кати Мерини» со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в среду сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну за противоправные действия против национальной безопасности. Официальный представитель правительства Греции Димитрис Дзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей Югославской республики Македония. Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является конкретным инцидентом и не связанной с отношениями двух стран.